вы мне даете самокат, и я на нем уезжаю. Все. Залетаем в магазин, отбираем ролики, отбираем самокаты. Ну, электросамокат. Короче, какой? Он слишком дорогой. Блогеры известные пришли. Говорят, хотят бесплатно в качестве рекламы самокаты. Вы просто нас не предупредили, вы пришли снимать. Ну, это не решается. Все серьезно только решается, да? Да, конечно. Нам идти. Здравствуйте, дорогие подписчики и зрители канала Негодяй ТВ. Рядом со мной стоит Роберт Мартиросян, человек, который много снимал меня, мой оператор. И он в мае собрался. Куда ты собрался? В Португалию, на роликах. На роликах. И сейчас нам нужно найти ему спонсора, нам нужно замутить ему крутые ролики. А мне охота самокат электро. Залетаем в магазин, отбираем ролики, отбираем самокаты, делаем классную рекламу. Кто согласится, тот хороший человек. Кто нет, тот тоже хороший человек. Фу! Работаете? Пани, прошу. Милости прошу. Люди. Здравствуйте. Короче, стейшн, у нас вырубили свет везде. Можно я встану поближе к вам? Я вас узнала. Да? Я понимаю, что вы хотите, но сейчас не очень удобный момент. Нам идти? Здорово, меня зовут Женя. Добрый день. Я очень знаменитый видеоблогер. Нам хочется пообщаться с кем-нибудь, с администраторами, управляющими, с серьезными людьми, которые здесь сегодня есть. У вас продают ролики? Да. Вы просто нас не предупредили, вы пришли снимать, ну, я все понимаю, но не лучший момент для съемок. Меня зовут Катя, очень приятно. Вас предупредили, мы подготовились к вашему приходу. Как вы подготовились, расскажите. Очень хорошо. Я очень популярный блогер в Ютубе. И я сегодня пришел ради того, чтобы сделать обзор этого магазина, сказать всем подписчикам, чтобы они приходили сюда, покупали только здесь и самокаты, и сегвеи. Вы понимаете, ну, зачем мы пришли? Я понимаю, зачем. Расскажите, расскажите. Вот сейчас серьезно, да? Серьезно, да. А, не понимаете, да? Ребята, вы наши спонсоры, мы вас обнимаем, целуем. Делаем классный обзор, короче. Этот чувак едет в свою Португалию и говорит, эти ролики мне, эти ребята, бомба. Реклама, бомба. Только за ролики. А есть самокаты электро? Просто ему ролики, а я хочу себе самокат, короче, электро, какой-нибудь крутой вообще. И эта реклама, знаете, как она будет выглядеть? Да вот она. Вот наше общение, уже есть реклама, потому что это контент рубрики «Здесь и сейчас». И мы по бартеру готовы это замутить этому красавчику. Ролики. Взамен я хочу самокат. Вы мне даете самокат, я рассказываю, что он классный, там все дела. Я на нем уезжаю, все круто. Можно как-то вас поподобнее? Прям выпуск заточен на вас. Мы такие, вау, классный магазин, ролики супер, ролики бомба, ребята работают. Жека красавчик. Понятно или есть вопросы? Смысл понятен, да. Дадите мне минутку, мне нужно согласовать. 5 минут, 10. Мы готовы постоять здесь там 12 минут. Блогеры известные пришли. Говорят, хотят бесплатно в качестве рекламы самокаты. Но надо ехать в Белоостров тогда, получается. Может быть, по телефону мы решим там все это дело. Не решается. Все серьезно только решается, да? Конечно. Это мне две вещи, да? Вы хотите, во-первых, снять на территории магазина, да, какой-то это, как вы подбирали или что? Ну, с дочкой на помыли по делам. Я сейчас не смогу поговорить, извините. Правильно я понимаю, что сейчас, в данный момент, мы с вами общаемся, это еще пока мы не снимаем. Снимаем. А вы уже снимаете. Конечно. Потому что я бы хотела пригласить нашего руководителя, Романа, непосредственно руководителя нашего магазина и направления фрискейтового и слаломного. И он бы, в общем-то, более красочный и более подробный, чем я, объяснил. Но он в данный момент проводит занятия, тренировку. Я не знаю, что мы можем предложить. Да, следующий момент... Это вопрос роликов, самих роликовых коньков для, то есть мы передали, да, вы на них проявили, у вас свои есть? Не-не-не, у меня как раз их нету. Идея интересная, но безумная, потому что, да, но чтобы проехать на роликах... А, вы переживаете за него, что ли? Да. Да, это там, да, то, что с ним там будет, это его уже проблема. Он свою цель поставил, там, как он ее добиваться будет, это отдельный контент. Все, тогда я завтра передам информацию, расскажу о вас, и она уже там сами, она принимает решение. Хорошо. Мы хотели подумать об этом, но так ничего не придумали, не пришли никому
консенсуса. А Роберт вам писал, что мы припремся, да? Нет, он не писал. А, не писал? Вот у него тренировка до 7 часов. Сейчас нет времени, например, на это. На что на это? На то, чтобы поехать и сгонять куда-то в Европу. И... Хорошо, а есть время тупо нам дать ролики, мы снимаем выпуск и уходим? Да, на это время есть, это несложно. Так нам это и нужно. Короче. Ну? Мне нужно какое-то время, чтобы об этом подумать. Говорю, нам как вот такая вот реклама нам не очень нужна, потому что затея странная, никто не верит в успех финала. Хорошо, как мы поступим? Я думаю, свяжемся, спишемся. Давай еще, кстати, придумаем с тобой какую-нибудь скидку. Ты говоришь, давай, давай думать. И вот мы так какие с тобой соображаем. Давай сделаем 10% или 20%, и пускай там еще... Оп, мы с тобой это придумали, и все это показано в выпуске. Можно кататься ежедневно. Там... Еще раз, сейчас разговор не для моего контента, на самом деле, потому что мне-то пофигу, доедет он или нет. Мне главное отжать сейчас им ролики. Я хочу себе электросамокат, блин. Тогда сейчас вам скинут мой номер телефона. Да нет, брат, ты доедешь, я верю в него. Я обладаю способностями. За полгода, за три года там тебя будут депортировать. Все ради контента. Давайте номер телефона. Давай свой номер телефона. Достаешь контакты? Давай, записывай. Что, мы полетели, да? Вы нам ролики не дадите? Да, мы. Все тогда, йоу, респект. Спасибо вам. Спасибо вам тоже, до встречи. До свидания. Неважно, получилось у нас что-то или нет, все равно ты станешь популярным человеком. Короче, ребята, если интересно, посмотрите, напишите на почту. Мы пока катаемся сегодня по городу. Может быть, этими счастливчиками будете вы. Серьезно, ребят. Я врубаюсь, что этот выпуск мы будем снимать сегодня почти целый день. Потому что адресов, куда мы поедем, у нас много. По всему городу Санкт-Петербургу мы будем искать тот магес, который пойдет на наши условия. К нам подбежал вот классный парень, мы быстренько включили оборудование. Да, братья. Смотри, а когда вы собираетесь это все делать? Выпуск выкладывать? Не выкладывать, а когда ролики нужны. Сейчас магазин после зимы, его переделывают. И сейчас снимать в нем, ну, просто, грубо говоря, некрасиво. Сейчас там именно отдел с роликами совсем, он не готов. Просто, чтобы подснять, было бы круто тогда приехать, ну, через какое-то количество, там, пару дней. Вы пишите. Но... Я цепляю ролики, а потом я подхожу, просто доснимаю красивые кадры, когда они откроются. Их можно посмотреть, выбрать, ну, допустим, если человек подойдет, грубо говоря. Он нетерпеливый, понимаешь, он нетерпеливый. Мне будет сравнить с чем в других магазинах. Ладно, пойдем. Роберто присмотрел себе ролики за 30 косарей, и мы погнали дальше. Снимали целый день, и во время съемок мне поступил один звонок и одно аудиосообщение. Алло. Да, я понял, просто... А какой самокат вы хотели? Какой у тебя? Xiaomi у него. Xiaomi? Да. Так себе самокат. Он популярный, конечно, но есть гораздо лучше самокаты, чем этот. Итак, слушаем, что мне сказали сейчас ребята из того первого магазина, куда мы заезжали. Как магазин называется? Yo Sport. Поехали. В общем, есть такая тема. Если надумаете в итоге вернуться, хотим предложить еще вдобавок того, что вы возьмете ролики, еще какие-нибудь ролики, скажем так, бюджет до 10 или сертификат на десятку, можно разыграть, ну, среди ваших подписчиков. Ну, будет фидбэк и нам полезный, и подписчикам твоим приятно. Думаю, это крутой коллаб будет. Хорошо, я понял. В принципе, это можно будет сделать. Да, можно напрямую пообщаться. Хорошо, давайте тогда созвонимся завтра днем, и, может быть, я подъеду к вам. Хорошо, давайте. Да, получается, что завтра уже я могу ехать за скутером, и в целом и завтра мы можем поехать или через 3 дня за роликами. Целый день у нас идет съемка, уже вечер. Значит так, мы еще ничего не знаем, нам не дали ни роликов, ни самокатов, но нам должны позвонить. Ждем, когда нам позвонят. Ставьте лайки. Наступило утро следующего дня. Да, здравствуйте. А вы хотели подобрать самокат, да? Просто по поводу того, что подарите, мы как бы обсудили, мы не сможем вам самокат предоставить. Наоборот, тогда оставить. Ну хорошо, тогда спасибо вам большое за определенное время. Да, до свидания. Если нужно будет самокат, приходите. Хорошо, до свидания. Прошло 3 дня. Здорово. Здравствуй. Че, кто-нибудь нам звонил вообще? Слушай, никто не звонил.
Вот там, где приятная девушка была. Там они сказали, типа, долго ждать ответа от гендиректора их. И что он там решит, непонятно. Поэтому лучше, что они меня не будут задерживать. Да. То есть отозвались только вот ребята, да? Ну, вот, U-Sports. Как называется U-Sports? Да. Давай, доставай аппаратуру. Да. Наша миссия – замутить мне электросамокат. Блин, главное, чтобы ты сейчас у них вообще все желание не отбил. Не переживай. Приветствую. За блогерство ты отвечаешь, да? Ну, за блогерство я, за продажу да? Не я. Слушай, я тебе расскажу сейчас такую историю. У нас очень хорошая новость для вас. Знаешь почему? Потому что из 12 магазинов, в которых мы побывали, вы единственные отозвались. Да? То есть нам обещали перезвонить, тоси-боси, муси-буси. Не перезвонили, да? О чем это говорит? Это говорит о том, что в этом выпуске будет только обзор вашего магазина. Но есть очень плохая новость для меня. Ему-то нужны ролики. Все правильно. А мне-то нужен электросамокат, понимаешь? Ну, электросамокат какой? Он слишком дорогой. Мне кажется, это будет уже слишком много. Я спрошу, но это вряд ли. Самокат вещь такая. Какая? Дорогая. Дорогая? А сколько ролики стоят? Ну, с учетом того, что ролики стоят, ну, по крайней мере, которые вы в прошлый раз, да, присмотрели, они стоят почти 30-ку. Как бы самокат еще, это будет до хрена. Твой настрой мне не нравится. Уже были какие-то такие разговоры, что, блядь, а может быть мы вписываемся в блудняк, да? Нет, ну, в смысле, мы сразу же посмотрели канал. Да? Да. То есть выдать ролики, это прикольно. Это не так дорого, это и вам, и нам прикольно. Угу. Но вот дать еще и самокат, это уже много. Костян пошел у старших спрашивать за самокат. В этот момент как билось мое сердечко. Ребята! Не знаю, нахрен мне нужен этот самокат. Смотри, такая ситуация, да? Мы готовы, допустим, если давать самокат, но не в этом видео. Если после этого видео будет заметный прирост какой-то, то, соответственно, можем работать дальше. То есть не сразу дать все. А вот ты говоришь два видео, допустим. Вот это видео может быть про ролики, следующее видео может быть про самокат, например. Если после этого ролика будет какая-то отдача. Сейчас, мне кажется, что сейчас я заплачу просто. Пока роллермен наряжается, мы расскажем с Костяном про условия конкурса. Во-первых, что вы получите? Сертификат на 10 тысяч, либо выбираете на десятку любые ролики, которые вам здесь понравятся. Что нужно сделать? Подписаться на YouTube-канал. U-Sport BMX. Подписаться на группу ВКонтакте. U-Sports. И сделать оттуда репост. Репост поста с этим видосом. Все подробности этого конкурса будут в группе U-Sports. Все напишу, все увидите. 10% скидка всем вам по промокоду Негодяй ТВ. Проспект Шаумяна. Дом 2. Город Санкт-Петербург. Довольна твоя душенька? Конечно, довольна, блин. 2,5 часа этот роллермен мерил шлем и эти ролики, блин. Они с ракет все вместе стоят. Надень шлем. Самокат очень хочется, прям вот хочется, не могу просто и все. Поэтому я психанул, и мы поехали в тот магаз самокатов, который обещал позвонить, но не позвонил. Сейчас мы поедем за самокатом, пофигу на все, поехали. Если не позвонили, то давай, наверное, скажу я. Давай, что скажи. За рекламу мы не готовы тебе дать самокат. Все, я без самоката. А так охота до сих пор, вот уже... Неделя прошла. Что со мной, не знаю, как ребенок, ебал. Хрен с ним, с самокатом. Спасибо тебе, U-Sports, за то, что наш роллермен Роберт Мартиросян поедет в Португалию на классных, на самых крутых, на самых дорогих роликах U-Sports. Спасибо тебе за это. Там роллер-ботинки какие-то специальные. Шлем на 40 косарей. Все это хозяйство. 10%. Скидка вам всем по промокоду Негодяй ТВ в магазин U-Sports. Про конкурс не забывайте. 10 тысяч разыгрывают они. И кому интересна история того, как человек поедет из Петербурга в Португалию на роликах, это
кроллермену. Знаешь, что скажи? Это же они будут переходить ко мне на канал, и здесь уже будет выпуск у меня, как я 80 километров проезжаю по Питеру, типа пилотный выпуск. Чтобы все убедились, что это вообще возможно. Ты уже это сказал. Все армяне сказал. Тоже подписывайтесь. Да. Армяне, подписывайтесь. Саватане Мапэрджан, подпишись, наш брат Арарат, понимаешь, все дела. И еще есть такая хрень. Оказывается, лайки – это не просто красивое слово и херня непонятно для чего. Нужно ставить лайки. Для чего? Чтобы этот ролик набирал больше просмотров и был, чтобы я, сука, стал популярным. Ну и ты. Поэтому ставьте эти лайки. От души вам в душу всех толкаю я конкретно. Га, га, Ингерь, га. Все. Кто здесь? Зачем здесь?